Вы ко мне? Все эти люди, они узнали о вашем прекрасном решении, гражданин Подсекальников. Они пришли, так сказать, выразить вам свой восторг. Вы последняя наша надежда, Семен Семенович. Вы сподвижник, вы мученик. Вы герой. Вы мой самый любимый герой современности. Ну, что же вы правы? Не скромничайте, вы герой. А вы когда же решили стреляться, Семен Семенович? Да я еще и не решил. Ради бога, не скромничайте. Допустим, завтра в 12 часов вас устроит. Завтра? Отложите до завтра. Мы устроим вам проводы! Мы закатим банкет вам, Семен Семенович! Мы вас чествовать будем, гражданин Подсекальников! Завтра в 10 часов вас устроят? Подождите, завтра в 10? Банкет! Банкет? Да, банкет устроен. Прекрасно. Значит так, завтра в 10 часов у нас начинаются проводы, да? А ровно в 12 вы тронетесь в путь. В путь? Это куда? Ну как куда? Ну в никуда. В неизвестное. Будем ждать. Но я ж дороги не знаю, дорогие товарищи. Да мы ж заедем за вами, Семен Семенович. Ну прощайте. До свидания, Семен Семенович. Завтра в путь. Надо вещи собрать. Портсигар. Ну это я брату отправлю в Елец. И пальто тоже брату демисезонное. Да и штаны полосатые. Хотя нет. Нет, штаны я, пожалуй, надену сам на банкет. На банкет хорошо полосатые.